Накрыть? Да. Угу. Полиция обосновалась. Чувака. Что, хрень? Сэндвичи? Ну что, все, сейчас будет обыск, полицейский ищет понятых. Вот, сейчас, наверное, будут проводить обыск. Вообще не штаб блокирован. Еще, не знаю. У нас активно идет подготовка к завтрашнему дню. У нас гуляние по Тверской. Мероприятие нам мэрия согласовала, ну, то есть с точки зрения закона, да, нам не дали отказа, нам не предложили другую площадку. Мы спокойно работали, у нас идет каждый день агитация, к нам приходят волонтеры, это и верификация будущих подписей, и какие-то уличные процессы. В какой-то момент в штаб, соответственно, ворвалась полиция, вот, сказали, что обыск. Все, что я услышал, что они сказали, что это по делу о нападении на Николая Ляскина, начальника штаба. Вошло сначала человека 4 в штатском, и за ними там 8, может быть, даже побольше в форме сотрудников. Мне пришло сообщение, что необходимо верифицировать мою подпись в поддержку кандидата в президенты Алексея Навального. Для этого сюда я приехал, чтобы ее верифицировать. Ну, поставил пока свой автомобиль, припарковал, пока нашел место, пока вот нашел, тут зашел под дождиком. Дошел точнее сюда и обратил внимание, что у меня на телефон пришло сообщение, что сегодня верификация по независимым от штаба причинам состояться не может. К сожалению, придется еще раз приехать. Все-таки нужны свежие фигуры в политике, власть должна быть сменяемой. Вот, нужны новые кандидаты, потому что когда власть несменяема, это создает предпосылки для того, чтобы люди, которые находятся во власти, злоупотребляли этой властью в интересах определенного ограниченного круга людей. Мы сейчас продолжаем работу, то есть нам не первый раз сидеть по кафе приходится, мы продолжаем менять точки, продолжаем отправлять волонтеров на агитацию, да, то есть мы со всеми на связи, волонтеры нам звонят, пишут, мы говорим, куда подходить, они подходят, мы даем им там шарики, плакаты, и они едут в центр. Это сейчас такая глобальная штука, да, у нас по многим регионам. Я просто в каком-то диком нахожусь аду, не успеваю как-то следить за всеми новостями, но со вчерашнего дня и сегодня тоже по многим регионам идут обыски, да, задержание координаторов штабов, обыски в этих штабах, там обыски в квартирах, то есть это, конечно, власть очень напугана нашими акциями 7 числа, и это вот такая компания, пытаются нам как-то все это сорвать, у них ничего не получится. Что значит не санкционировано? Что значит это объявлено властями? Есть закон. У нас по Конституции власть принадлежит народу. Народ принял Конституцию. В Конституции четко записаны права и обязанности граждан. В соответствии с Конституцией власть не имеет права препятствовать законным собраниям граждан. Поэтому придем.